Здравствуйте, компания Progress Auto. Краткий обзор мини-трактора Shibaura D335F. Конечно, не совсем мини-трактор у нас сегодня на обзоре, но тем не менее, что есть, то есть. 35 лошадиных сил, 4 цилиндра мотор. Достаточно ровно, спокойно работает. Установочка. Грузоподъемность минимум полтонны, так как трактор легко отжимается. Я думаю, что эта грузоподъемность в действительности больше. По шинам износ здесь небольшой, остаток очень хороший. Хоть и есть небольшие следы рассыхания по верхнему слою, но я думаю, это абсолютно не критично. Трехточное навесное устройство у нас здесь. Колея у трактора 125 по центрам. Соответственно, 140 это просто переставление колес. Резина у нас здесь, насколько я помню, 170 либо 180 сантиметров. Состояние ножей идеальное, то есть это новые ножи. Пользовались ими, судя по небольшому, так сказать, сколу краски один раз максимум. Опять же покажу, то есть ну, ножи просто новые. Поменены были перед продажей в Японии, судя по всему. По левой стороне шины также в хорошем состоянии, есть небольшое следы растрескивания. В принципе, по косметике и по состоянию навесного устройства все отлично у трактора, то есть у нас здесь гидрорегулировки, к сожалению, единственное отсутствует, но во всем остальном трактор, конечно, прямо хорош. То есть здесь у нас и кун с хорошей грузоподъемностью, и огромная мощность мотора, которая позволит все что угодно сделать. Наработка 906 моточасов. Давайте аккуратненько отвернемся сейчас. Пост подбирается под себя, к сожалению, но тем не менее видим, что трактор спокойно отжался. То есть все это дело сейчас висит здесь. Объясню, почему сложно шло, потому что трактор стоит на уклоне, соответственно, он пытается выкатиться вперед, а ковш идет назад. Но, тем не менее, на холостых полностью оборотах он это спокойненько делает, несмотря на свою грузоподъемность 450-500 кг. Соответственно, трактор весит гораздо больше грузоподъемности ковша. Спокойненько опускаем. Все это наискосочек. Отлично отжимается, отлично работает. Вот такой вот тракторок, здесь у нас горит парковочка. Сейчас мы с ней снимем. Парковочка потухла. Поэтому все остальное исправно. Отлично работает. Приезжайте, Progress Auto, будем рады показать вам такой огромный классный трактор.